Хозяйкой квартиры оказалась студентка. Низкую цену она объяснила необходимостью оплатить учебу. Минимум за 6 месяцев. Но кому не хочется переехать из общаги в миленькую однушку рядом с метро Тульская, да всего за 23 тысячи рублей? «Если достаточной суммы не будет, выгонят из института», – объяснила девочка. «Ну такая милая! Ну невозможно не поверить!» Важный момент. Квартира была не приватизирована. Девушка просто показала прописку. Подписали договор, ну такое так себе, на оказание услуг. Но квартира не приватизированная. Я взяла ключи и прожила 3 месяца. А осенью приехали родители. Они вернулись с дачи. Квартиру пришлось освободить, но мне крупно повезло, деньги вернули. В данной ситуации проверяйте всех прописанных в квартире, а милая внешность обманчива.